В спортивном клубе Подмосковья наградили победителей ежегодного турнира по теннису на призы главы городского округа Люберцы. В состязаниях участвовали 80 спортсменов из Московской, Брянской, Тамбовской областей и Краснодарского края. Теннисистка из Люберец Анна Бзнуни заняла 3-е место. Победителям вручили грамоты, кубки и подарки. Турнир был очень классным, он прошел очень организованно. У меня от турнира очень хорошие впечатления. Мне кажется, 3-е место лучше, чем 2-е. Потому что, ну, турнир заканчиваешь с победой. Я вам желаю не знать, что такое вирусы, быть всегда здоровыми, быть всегда в форме. А для этого нужно много тренироваться, заниматься. Поэтому я вам желаю удачи, успехов.